Радиальную обработку на робота можно сделать примерно так. Если возьмем вашу деталь, далее мы загрузим робот, например, Кука. Вот, следующее, что мы должны сделать, мы видим, что головка у робота прикручена под каким-то углом, неизвестным нам, поэтому мы установим головку вертикально для обработки. Для этого видите, голова оказалась снизу, меняем направление оси Z, говорим да. Вот примерно мы расположили деталь и станок, вернее робот. Далее выбираем операцию обработки. Ну, например, это пусть будет управляемое. Создадим. Так, рабочее задание. Кривая. Скажем, что это у нас карман. Вот. Мы видим, что у нас обработка будет ограничена вот этим рабочим заданием, поэтому мы укажем минус 20. Нажимаем кнопочку плюс. Получили траекторию. Мы видим, что это немножко не то, что мы хотели. Поэтому идем в параметры, стратегии и меняем направление обработки. Нажимаем пуск. Включаем робота. Так, мы с вами не сделали заготовку. Значит, заготовку. Труба вокруг деталей. Да? Моделирование. Запускаем. Получили. То есть процессор. Кука. Пуск. Ждем. Программа. Спасибо.